Всем привет-привет! Сегодня будет видео не совсем с обычного места. У нас уже темно, на улице дождь, сыро. Ну вот я пришла домой и открылся вот этот красавчик. И так как у меня выходные будут уже заняты, и кто его знает, когда у меня еще время будет его заснять, но хотела вот с вами поделиться. Не запланировано такое видео. Это у нас дендробиум. Как уже многие догадались, и это у нас дендробиум Ячио. Анют, не знаю, если я правильно произношу, простите. Дендробиум Ячио Snowflake Grain. Эти вот CCC и OCNZ, это наша Orchid Council New Zealand. Это у нас аворды. Значит, и грейм, я не знаю, почему грейм добавили, это, ну, в общем, это из коллекции нашего грейма. Если кто помнит, я говорила, что мы потеряли недавно грейма, и так как семья никакого отношения к орхидеям не имеет, они решили это все распродать. И на прошлой неделе была распродажа, и я съездила. Ну, не только я, конечно. Вот, и купила вот такую прелесть. Там много чего накупила, как обычно. Вот, так как у Грейма были редкие такие вот орхидеи, и интересные некоторые были. Так что я не смогла удержаться. Вот, и сейчас вам покажу родословную. Там еще один бутончик такой. Так, это убираем. И вот такой вот. Вот такая прелесть. Я очень рада, что наконец-то я его увидела. Так как у меня с этим названием, не знаю, если... точно этот же гибрид, но с этим названием у меня еще две деленочки, которые я еще покупала у Грейма. Вот. И наконец-то я увидела цветок. Так, что-то плохой свет. Лучше, конечно, при дневном снимать. И вот такая вот прелесть. Про содержание я ничего не могу сказать пока, потому как... мои один сидит на улице, и один у меня на лоджии. Так что, а Грейм, я знаю, что он их держал все на улице. Не под открытым небом, но на улице. Вот такая прелесть. Сейчас вам постараюсь показать родословную. Так, ну вот, что мы видим. Это... значит, гибрид манилиформи и Snowflake. Snowflake, гибрид Кассиопи и Нобили. Кассиопи, гибрид манилиформи и Нобили. И, значит, здесь мы видим, сколько у нас процентов манилиформи и сколько дендробиум Нобили. И вот здесь, значит, цветы. Вот это само растение, которое было... приз, которому дали. Сейчас я вот покажу вам вот это вот само растение. Какое большое. Вот, и пойдем на awards, на страничку. Значит, здесь у нас, значит, description про растение, описание растения, вот вспомнила слово, и когда оно было awarded 2006 года, 3 июня. Вот. И здесь у нас, значит, сколько у нас, сколько цветов, сколько бутонов. Сейчас еще посмотрю. А,
Fluorescence 28 и примерно 14 цветков на бульбе. Ой, трудно подбирать слова. Такое вот интересное родословное. Так, что у нас тут? Что я хотела показать? Вот. И регистрация, значит, кто его, что это произведение искусства. Это, значит, у нас Сакуичи Такагей из Хиросимы. Тут, наверное, адрес, я вот не знаю, если честно. Вот. И вот его еще произведение искусства. Я их называю произведение искусства. Потому что на самом деле они произведения искусства. Ну вот, увидели вы родословную этого красавчика. Он на самом деле очень красивый. Цветочки небольшие, но очень-очень симпатичные. Прямо нежные. Дома его оценили. Оценили. Вот. И это будет хорошая память о Грэйме. Там у меня много его растений. Вот это вот такое вот чудо. Когда я первый покупала, он мне говорил, что там белые красивые цветы. Ну, наконец-то я увидела его белые красивые цветы. Ну, на этом я закругляюсь. Спасибо всем за просмотр. Увидимся на моем канале в следующем видео. Желаю вашим растюшкам пышного цветения, здоровья, вам тоже здоровья. До новых встреч. Пока-пока.